睡，想要再多看你一眼，未知的每一天，不放心你独自面对。我从来不怕累，只怕你委屈流眼泪，沿途多少Дети, вы знаете, что только свежемолотые кофейные зерна дают самый ароматный и вкусный кофе? Взгляните на эти маленькие бобы. Только под давлением они способны дать столь удивительный аромат. Понемногу добавляйте воду, подогретую до 85 градусов, чтобы напиток как следует заварился. И тогда получится идеальная чашка кофе. Мои слова вдохновили вас? А? А? Следует с умом выбирать кофейни. Вы наверняка знаете, почему я позвал вас сегодня сюда. А? Вы должны ответить за устроенный вами бардак. Что же, Минтянь, давай начнем с тебя. Если хочешь отчислиться, отчисляйся. Твое бездумное глупое поведение не оправдывает ожиданий Академии. Да, причина именно в этом. Эй, ты тоже? Фан Юй. Как боец ранга Си, ты, злоупотребляя властью, разочаровала студентов и учителей. Верно, это тоже одна из причин. Президент. Стоп. Я и так знаю, что вы хотите сказать. Вам обоим запрещено говорить. Я официально заявляю, что выбор Фан Юй и Минтяня в качестве соперника аннулируется. Прошение об отчислении Минтяню тоже отказано. Вы ничего не имеете против этих решений? Отлично. Раз вы оба с этим согласны и признаете свою вину, вы должны понести наказание вместе. И должны вынести из этого урок. Ладно, ладно. Я все сказал. Давайте выпьем кофе. Ну же. Президент велел мне назначить вам наказание. Думаю, мы начнем с чистки экологического бассейна. Сегодня хорошенько почистите дом рыб и черепах. Приступайте. Thank you.
то вы развеселились. Это наказание должно научить вас работать в команде, а не поссорить до драки. Пан Юй, если и дальше будешь спотыкаться, мне и в больницу недолго загреметь. Я же не виновата в твоих замедленных рефлексах. Ты меня тормозишь. Ладно, дай подумать. Почему бы нам не двигаться на счет? Когда я скажу раз, связанными ногами шагаем вперед. На два двигаем вперед остальными ногами. Нет, когда я скажу раз, двигаешь вот эту ногу, на два вот эту. Давай. Раз, два. 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 Добро пожаловать в Автопринц. Деньги получил. Хорошо, спасибо. Эй, братан, идем есть. Кстати, у нас появилось два новых вкуса. Попробуйте в следующий раз. Хорошо, пока. Старшекурсница, прости, я не специально. Ты знаешь, зачем людям нужны глаза? Чтобы идиоты вроде тебя не сталкивались с другими. Старшекурсница, берегись! Прости, мне жаль. Прости. Ты что творишь? Разве ты не должен был увернуться от воды? Зачем ты закрыл меня? Так, я красивее. Ну, прям как в романтических сценах в кино. Жаль, я защитил не того. Оказывается, Минтянь взял выходной. Никто не съест обед, что я ему принесла. Раз некому съесть, отдай его мне. Я как раз голоден. Ладно, притворюсь, что кормлю щеночка. Погляжу, ты милашка, так что держи. Спасибо, старшекурсница. Изматывает больше, чем бой ММА. Изматывает больше 4 подработок. Старшекурсница Джан Чуньхуа. Ну, погоди. Как красиво! Где ты его купила? Что значит купила? Я сама приготовила. Запей молочным чаем. Этот напиток и сэндвич идеально сочетаются. Объедение. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Я начала учиться готовить в 5 лет. Я хочу стать хорошей женой и заботливой матерью. Ну-ка, открой рот.
Суньхао, чего завис? Просто мысли. Я рад обеду и этому молочному чаю, но беспредельное счастье иметь жену вроде тебя. Еще бы. Эй, Сяоми, я тоже неплохо готовлю. Смогу ли я этим завоевать сердце девушки? Зависит от девушки. Пан Юй. Будь счастлив, если хотя бы сможешь дотронуться до ее ног. В их семье поварами работает только обладатель звезд Мишлен. Моя семья владеет ресторанчиком, не надо недооценивать меня. Однажды я завоюю сердце Фан Юй. У Фанчжоу еще нет кадыка. Европейцы говорят, что кадык появился, когда Адам съел запретный плод, и один кусочек застрял у него в горле. Форма очень похожа. Но разве с этим удобно? Я грязь смахнула. Ло Гуаньян. Чэнь Янань? Пришла от лица семьи осуществить постпродажное обслуживание? Прости, вся наша продукция для вас окончательно распродана, потому что мы ценим качество клиентуры. Это касается спортсменов в зале Чэнь. Их уровень на высоте, так что я не могу тебе проиграть. Я пришла вызвать тебя на бой. Как насчет честного боя с использованием всех наших навыков в боксе? Как будем драться, когда нет судей? Не ищи оправданий. Если я не побью тебя сегодня, то не смогу заснуть. Подожди. Что ты только что сказала? Не можешь спать с тех пор, как мне проиграла, да? Кто сказал? Я уже много лет плохо сплю, ясно? Чего ты все болтаешь? Хочешь драться или нет? Буду. Поднимайся. Прости. Кажется, сегодня мы не сможем сразиться. Почему? Потому что сейчас
Я еще не навел порядок в своих мыслях. Как-нибудь в другой день я обязательно приму твой вызов. Луо Гуаньян, ты рехнулся? Какие еще приготовления нужны для боя? Если мы деремся, значит деремся. К чему тут вообще готовиться? Может еще назначить дату и время? Как же бесит. Вот. Подержи мою сумку, спасибо. Эй, Лу Гуаньян, мы что, близки, чтобы я твою сумку держала? Как же трудно быть женщиной. Лу Гуаньян! Ладно, ладно. Это горячий какао, выпей, и тебе станет лучше. Вот. Не бери на себя слишком много. Возможно, он понимает меня. Странно. Что это было за чувство? Он тебе определенно начинает нравиться. Ты уверена? Ты часто думаешь о нем? Да. Ты хочешь всегда быть рядом с ним? Да. Когда я вижу его глаза, нос, губы, у меня сердце словно выпрыгивает маленький олененок. Это бьется твое сердце. Ты точно в него втрескалась. Он тебе определенно начинает нравиться. Ты часто думаешь о нем? Кто он такой? Почему он мне не безразличен? Ты хочешь всегда быть рядом с ним? Да. Когда я вижу его глаза, нос, губы, у меня сердце словно выпрыгивает маленький олененок. Это бьется твое сердце. Ты точно в него втрескалась. Невозможно. Меня ослепила сентиментальность. Поэтому и появились эти иллюзии. Все утро убиралась в бассейне, но все еще тренируется. Вполне понятно, почему Фан Юй стала лучшей в боевых искусствах. Точно. Я должен стать сильнее ее. Только так она в меня влюбится. Почему ты сегодня не ходил на автомойку? Позже пойду. Вчера мне заплатили, так что я угощу вас в KFC. Хорошо. Минджу, Минлан. Давайте пойдем домой и закажем еду туда. Ладно. Минтэнь, это же ты.
Точно, не думал, что снова увижу тебя, покинув Макао. Не узнаешь, я твой одноклассник и старший. Слышал, ты поступил в Жэньцзи? Я никогда бы не подумал, что ты заинтересуешься спортивной академией. А почему не в Джиин? Я бы взял тебя под крыло. У меня дела, я пойду. Как всегда, несгибаемый характер. Знаешь, из-за твоего характера мне очень нравилось тебя задирать. Честно говоря, каждый раз на тренировке я все думаю, а не сделать ли тебя снова боксерской грушей? Ведь тебе было весело. Минлан! Не смей приставать к моему брату. Минлан! Маленький негодник, а ты смелый, даже сильнее своего братца. Мэй Чэнь! Брат! Кишка не тонка! Не хочешь проблем, не трогай моего младшего брата. Что? Хочешь его спасти? Посмотрим, на что ты способен. Слышал, королева Джэньцзи выбрала тебя соперником в финале. Раз ты стал профи, спаси младшего братца. Мэй Чэнь. Брат. Хочешь, чтобы я его отпустил? Ладно. Умоляй меня. Прошу. Отпусти моего брата. И это все? Слабовато как-то. Встань на колени. Встань на колени, и я его отпущу. Мэй Чэнь, это уже слишком. Так ты решил? Я нетерпеливый. Больше всего ненавижу трусов вроде тебя. Минлан. Нет. Минджу, ты как? Меня всегда окружали два типа людей. Большинство мне сочувствует, а некоторые смотрят свысока и унижают. Но такие, как Мэй Чэнь, редкость. Не знаю, особенно я или нет. Но точно знаю, что либо я буду задираться первым, либо будут задирать меня. В детстве я был маленького роста. В детском саду меня часто обижал здоровый толстяк. С возрастом я все лучше понимал эту логику. Ослепли, что ли? Нарывайтесь! На что уставились? Заняться нечем. Поэтому, как только я поступил в университет Джиин, сразу присоединился к боксерскому клубу. Находясь среди сильных, я подумал, что стал одним из них. Люди тренируются в основном, чтобы стать воистину сильными. Что до меня, я задираю слабых, чтобы доказать свою силу. Это самый быстрый и удобный способ, лучший способ маскировать собственные слабости и страхи. Так что мне необходимы люди вроде Минтяня.
Больше всего ненавижу трусов вроде тебя. Помните председателя Ивана? Помнится, это хороший друг дедушки. Ваше молоко, председатель Фан. Тетушка Чэнь, почему у этой чашки есть скол? Простите, я сейчас же принесу другую. В сколах на посуде собирается грязь. Внимательно проверьте посуду. Если есть еще такое, выбросьте все. Да, хорошо. Он только что приехал из Австралии. В пятницу он пригласил меня на ужин. Вы тоже идете. Хорошо. Брат. Чего не спишь? Тебе завтра в школу. То, что сказал тот парень, правда? Он всегда задирает тебя. Почему ты не давал сдачи? Насилием. Проблем не решить. Всегда ищи возможности избегать этого. Старший брат, ты лжец. Ты учил нас быть храбрыми. А сам ты трус. Ты даже встал на колени перед плохим человеком. Это потому, что там были вы. Я должен был вас защитить. Я не хочу, чтобы ты защищал меня. Пусть лучше меня забьют до смерти, чем я увижу, как старший брат унижается. Ты хоть понимаешь, что значит быть забитым до смерти? Ты даже не представляешь. А ты знаешь, что мама бросила нас, потому что отец забил человека до смерти? Будь я один, я бы рискнул всем. Но если я получу травму или умру, что случится с вами двумя? Стоит ли пару минут изображать героя и оставить вас сиротами? Иди в постель. Почему не можешь забить на все и начать драться? Если ты хочешь бежать от жизни и стать неудачником, не прикрывайся мной или Джен Зе. Братик, мы пошли в школу. Минджу, Минлан.
Вчера вечером я несправедливо накричал на вас. Простите. Я вам позже объясню, что случилось с папой. Минджу, ты думаешь, так же, как Минлан, да? Тебе не нравится такой старший брат, верно? Минджу ненавидит тебя. Но когда я увидела, как тот человек обижает тебя и Минлана, я очень испугалась. Это моя вина. Я плохо вас защищал. Если бы ваш старший брат был сильнее, никто бы не стал вас обижать. Обещаю, что с сегодняшнего дня это больше не повторится. Никогда. А теперь идите в школу. Суньхао, ты еще не переоделся? Почему ты не в мужской раздевалке вместе с Минтянем? Я? Я непривередливый и не люблю особого отношения. Тренируйтесь, не обращайте на меня внимания. Хорошо. Пойдем. Наконец-то я могу проявить себя. Мы оба парня, так почему ко мне относятся не так, как к Минтяню? Кажется, люди правду говорят, что глупость неизлечима. Сяоми, почему мы с Минтянем такие разные? Вот что я тебе скажу. В академии есть два парня. Первый Минтянь. Я второй? Ты последний. Конечно же, это главная причина. Что касается боевых искусств и силы. Любая из нас превосходит тебя. Ты думаешь, что у тебя тело Тарзана. Но в наших глазах ты как орангутан. Рядом с Тарзаном. Но Минтянь не такой. Жалкий вид нашего Минтяня пробуждает в нас материнские чувства. Нам хочется быть рядом с ним и защищать его. Кто бы подумал, что такое тело окажется проклятием? Как ярко! Думаешь, я это о тебе? Ты слишком намазался маслом. Разве оно бесплатное? Ты что, утка в масле? Вытри все с пола. Не уйдешь, пока не будет чисто, понял? Смешанное единоборство – один из стилей спарринга в китайских боевых искусствах. Также этому виду обучаются сотрудники китайской полиции. Студенты, слушайте внимательно. Сегодня нам выпала большая честь. Наша гостья, уважаемая студентка Фан Юй, пришла провести показательный бой. Давайте поприветствуем ее. Теперь нам нужен доброволец, который хотел бы выйти против Фан Юй. Желающие есть?
Тренер, выберите меня, я могу. Хорошо. Саньхао, выходи. Пан Юй, в прошлый раз ты сбила меня с ног, потому что я не был готов. Мы раньше встречались? Пан Юй, ты забыла? В тот раз я бежал за тобой. Спрашивал, где находился... Ты много говоришь. Превосходно. Пан Юй только что продемонстрировала прекрасный бросок через плечо. В целом, в ММА существует 8 принципов. Это... скорость, захват, сила, точность, стабильность, скрытность, ловкость и изобретательность. Только что движения Фан Юй были очень быстрыми. Можете еще раз повторить. Хорошо, давайте выберем другого добровольца. Не нужно, я справлюсь. Студенты, встаньте. Кругом. Приветствие. Здравствуйте, президент. Президент. Я ищу студента Минтяня. Минтянь, выйди. Кругом. Садитесь. Давайте поблагодарим студентов Фан Юй и Суньхао за демонстрацию. Бьет, значит, любит. Сегодня я чуть не потерял сознание от счастья. Проблема с выбором Фан Юй тебя своим соперником решена. Но я подумал, как студент Джинзе, ты обязан принять участие в отборочных соревнованиях. Понимаешь? Знаю. Я постараюсь. Также студенты Джинзе. Суньцзи, искусство войны. Выведите соперника из себя. Затем спокойно оцените, откуда возникла такая реакция. Наблюдайте за врагом, и пусть предположения о его характере и привычках обрастают доказательствами. Также может оказаться, что вы получите слишком много информации. Отлично сказано. Что читаешь? Искусство войны Суньцзы? Ты ведешь войну или где-то достала машину времени? Это древний трактат. Верно. А ты что читаешь? Секрет удачных переговоров? Банальщина. И как? Работает? Конечно. По крайней мере, она современнее твоей. Скажи. Почему так трудно убедить Минтяня начать тренироваться и принять участие в турнире? Очень сложно. Минтянь! Быстрее уходим. Ты чего? Хочешь, чтобы он опять отказался? Давай поговорим, когда хотя бы дочитаем эти книги. Ты права. Пойдем. Идем, идем. Привет, Минтянь. Привет. Идем. Валим! Старшекурсницы! Подождите! Какие они быстрые! Старшекурсницы!
Старшекурсницы, подождите! Наконец-то я вас догнал. Старшекурсницы. Зачем ты за нами бежал? Драться ты не умеешь, а вот с бегом все нормально. Мне нужно кое-что вам сказать. Что-то сказать? Я не слушаю. Это насчет. Что это? Это расписание моих занятий и подработок. Я хочу попросить вас организовать мне курс тренировок. Я буду стараться. Курс тренировок? Придется побеспокоить вас. Ты что делаешь? Больно. Сун Сеуми, тебе больно? Что за бред? Конечно, мне больно. Значит, это не сон. Почему Минтянь вдруг передумал? Он принял не то лекарство? Это ты приняла не то лекарство. Просто его осенило. Ты вообще разговаривать нормально умеешь? Автомойка, магазин канцтоваров, кафе. Он издевается, что ли? У него такой плотный график. Когда нам тренироваться? Just.